В администрации округа состоялась церемония награждения участников ежегодной спартакиады школьников. Помимо муниципальных образовательных учреждений, в этом году в ней приняли участие и частные. В общей сложности в течение года на старты вышли более 3000 мальчишек и девчонок. Действительно, вы все выполняете очень важную задачу. Задача пропаганды здорового образа жизни – это раз. Во-вторых, несмотря на некоторые травмы в первом ряду, мы все однозначно понимаем, что вы – наше будущее, потому что вы успешны в своем виде спорта. Ребята соревновались в 16 дисциплинах, среди которых настольный теннис, легкоатлетический кросс, лыжные гонки, волейбол, плавание, бадминтон и многие другие. Наградили в рамках церемонии школы, которые завоевали призовые места в общекомандном зачете. Среди общеобразовательных учреждений с количеством учащихся более 600 человек лучшие достижения показали ученики Нахабинской гимназии номер 4. А лидером в категории менее 600 человек стала команда Красногорской гимназии номер 6. Ну, у нас вообще школа с большими спортивными традициями. Много ребят занимаются профессионально спортом. Очень на высоком уровне у нас развиты лыжные гонки в школе. И такой урок физкультуры 3 часа сейчас, это довольно достаточно. В общем, такой спортивный дух школы. И школа такие с хорошими спортивными традициями.